Вот взять, допустим, нашу Россию. Чтобы сохранить себе жизнь священнику, а их расстреляли у нас около 300 тысяч человек в России, начиная с 17 года, достаточно было снять себя сам. И многие, не многие, но некоторые священники это делали. Я даже знал одного такого, он дожил до 96 лет. Он в 30-х годах снял с себя сан и потом пил на клиросе, вот, но перестал быть священником. Вот, и сохранил себе жизнь. Можно ли в чем-то обвинить? Нет, человек испугался, сохранил себе жизнь. Но сотни тысяч пошли на смерть. Вот можете себе представить, чтобы человек пошел на смерть, ну, ради какой-то чепухи. Ну, вот, например, ему не положили газету «Известия» в почтовый ящик. Он пошел и удавился. Но это невозможно себе представить. Человек отдает жизнь за что-то очень великое. За детей своих, за свою родину, за что-то самое драгоценное. И вот если сотни тысяч, а вообще в истории церкви миллионы людей отдали жизнь. И старики, и взрослые, и юноши, и дети даже отдавали жизнь за Христа. Значит, какая-то очень важная драгоценность.